Печально. Но ее не совсем случайно, скажем так. И где моя медаль? Так, у меня сестра погибла, а вы мне даже медаль не дали. Вы что, офигели, что ли? Что ж, давайте начнем, скажем так, наше собрание. Сначала я вынужден спросить. Лейтенант Гюнтер, как боевой дух 7-го отряда? Исарага сенсиште 3 шюкан тачимасуга. Уже 3 недели, как Исара не стала вместе с нами. Но, скажем так, мы все еще не можем туда зайти. Бокумо Исара гайдакна такотони. Джиккана ваканай мама деймас. Я до сих пор не могу поверить в то, что ее и правда уже с нами нет. Сука. Так или иначе, у нас к нам поступил, скажем так, новый приказ, и мы будем писать новую операцию. Я запросил разрешение на эту операцию генерала Дамона. И следующая цель — освободить приграничный город Брюль.
第7小隊には町中心部に突入し、風車塔広場を占拠してもらう。Понятно. いいな、ギュンター少尉。Все понятно, лейтенант? Ха. Да. 今回、俺は使用で休暇を取らせてもらうが、頑張ってくれ、ウェルキン。Скажем так, я решил немного отдохнуть, но я желаю тебе удачи, Уэлкин. それと、欠員となってしまったエーデルワイス号の新しい操縦士を配属する。Также я хочу представить нового пилота, назначенного на Эдельвайс. Это будет Тянка, да? А, нет, парень. Я рассчитываю на вас, Уэлкин. Крайс? Крис? Сенжиц, сенша соужуши として軍に志願してくれた。階級は5丁。本日より第7小隊に配属とする。Он сам вызвался, скажем так, управлять танком. И теперь я назначаю его всему отряд. Исара-сан га отоу-сан кара укецида Эдельвайс-го о боку му маморитайн дес. Исаре Эдельвайс достался от отца. И поэтому, скажем так, я бы хотел защитить его. Исара-сан нива мада току оёбимасен га. Я, конечно, еще не так опытен, как Исара, но я буду прикладывать все усилия. Спасибо, Крис. На этом мы завершим наше собрание. Я буду ожидать хороших новостей. Свободно. ファウゼンを奪還され、グレゴール将軍は名誉の戦死を遂げられました。ファウゼン был потерян для нас. И также, скажем так, а также Грегорт погиб. どうするよ、マクシミリアン。だいぶこちらの旗色が悪くなってきたぜ。И что будем дальше делать, Максимилиан? Скажем так. События принимают довольно неприятный оборот. Шосенде косо вага гун ва реншоу ши, Гария но кокудо но тайхан о сенкё шита. Раньше Империя одерживала много побед, в том числе и над Галлией. Нага, соно ночи но Гария гун но ханкоу де, какчи ни вунсан шита бутай га, какко гекиха сарете иру. Но с тех пор они, скажем так, отбивает назад, ну, захватывает назад все позиции, которые мы закрепили. То есть, это значит, что мы должны перегруппироваться? Да. Отошлите приказ собрать все наши войска на равнине Нагар. Серберио, иойо кисама но чикара о мисеру токи га кита йоу да. Сильверия, наконец, настало время показать им твою силу. Ха. Да. Валькюрия но чи ни какете, Гария гун о ичимоу дажин ни ште мисемас. Клянусь своей кровью Валькирии. Войска Галлии склонятся. На самом деле я так и не понял, что там было, но не важно. Сасгадана. Кореде Гария гун му хитотамари му арумай. Ну, как и ожидалось. Я не думаю, что они долго продержатся. Сореде косо, оре му сококу фуккоу о омай ни кагета кай га ару тою моно да. Но в любом случае это хорошая новость. Йога Гария о сеиатс ши, чикара о эта ночи нива. Кисама но сокок, Фиральдо о втатаби докурит сасете яру. Не понял, про чего сказал вообще. Чё-то мне последнее время не очень хорошо с переводами. Дага соре маде ва, кисама ва боокок но шоу.
世のために力を尽くしてもらうぞ。Но для начала, пока у тебя нет собственной страты, тебе, скажем так, необходимо показать свою силу. А, понял, за. Уреня тейкокуга катоуга макеуга канкенай. Да, я это прекрасно понимаю. И в любом случае, скажем так, судьба империи меня не касается. Максимилиан, омае га катеба инда. Оре ни тоттева коно сенсоу но ими ва соре даке са. Но, Максимилиан, в любом случае, ты победишь. Пожалуй, это единственная причина, по которой я сражаюсь в этой войне. И снова мне пришлось вернуться сюда. Анотоки, Синден но окномани, оретачи ва хайру кото га декита. Вот только вместо того, что произошло в прошлый раз, я так и не смог больше войти внутрь. Соко но хибун ни ва, Европа но лекси о нурикаэру кото га какарете ита. И все, что было там написано, скажем так, ну, короче, в общем, очень удивительно. Ано окно манива, Барюкюриажин ни номи цитавару синжицу га сирусарете иру но камоширен. То есть, возможно, они прятали правду ото всех, кроме них самих. Соште, коно Барюкюрия но расен но тобира ва, Барюкюриажин номи отозу. И вероятнее всего, эта дверь не дает пройти никому, кроме Валькирий. И учитывая, скажем так, послание, она откроется только перед ними. Максимилиан заходил внутрь, но с ним была Сальверия. Должно быть, именно она открыла ее. Матео. Нараба назе. Оретачи ва ано токи окно май. Но подождите. Но ведь дверь была закрыта, когда мы пришли. Ано токи тобира ва хирайта но ва. Но тогда мы открыли ее. Не может быть. Нет. Нет, этого не может быть. Нет. Однако... Скажи так, по-другому просто не может быть. Она. И что же мне делать? О, Вовчик, привет. Ну, как бы сказать, ну... Вообще, особо-то я не играл, я начал, но потом бросил. Ну, как сказать, бросил? У меня плойку забрали. А сейчас, в принципе, ПК-версия вышла, так почему не пройти ее нормально? Цуйни. Брюлю не модот таки тара. И наконец, мы вернулись в Брюль. Брюлю отдашцу ште кара, гокагец бри. С тех пор, как мы покинули Брюль, прошло 5 месяцев. Демо, но... Ано токи, иссо ни ита Исара ва, мо инай нда не. Но теперь... Скажем так... Одного из нас больше нет. Ну или одного из нас нет больше с нами. Конкай но саксен. Баро то тай ва дамон шогун ни джошин о ште кёка о эта соу да.
Как и сказала капитан Ворот, она специально, скажем так, запросила разрешение на эту операцию. Барутто-санга? Ворот? А. Шёгуни джоушинсите маде Брюлю коряку мокхё ни шитано ва. Да. Ты ведь прекрасно знаешь, какие у них отношения. Но все же она попросила его, скажем так, отдать Брюль. Боктачи ни коно татакай де Исара но си о норикоете хоси тою ими га арун да тому. Я думаю, скажем так, она хотела напомнить нам о том, за что мы сражаемся. В любом случае, давай пока не будем задумываться об этом. Исарано. Боктачино хрюсато. Коно теде торимодосунда. Давай, скажем так, своими руками вернем наш дом и дом Исары. Что-то типа этого. Могу ошибаться сильно. И чё? А, вот. Так, ну что ж. Во-первых, мне интересно, что у меня за награда. Новых нету, да? Стоп, а разве... На этом Марберии. Нет, значит я ошибся. Давайте сходим на кладбище, может что-нибудь скажет. Ничего у него для нас нету. Ой, зачем я у детства попросил? Все равно ничего не даст. Так, мастерская. Да, печалька. Шамрак. Давай. Шамрак, ты уныл. Это Вейс. Что ж не могу уныло. Посмотрим, что мы можем дать. 39. 60. Точность повыше. Здесь 51. 2.60, наверное, это лучше возьму. Но для Алисии пока лучше ничего не менять. Особо. Что-то даренная пушка, они какие-то отстойные. Снайпер, если честно.
снайпер получше, кстати. А, ну, точность страдает. Опять же. Так что нафиг. А кто в казармах появился? Не в казармах, а... Кто ко мне еще хочет присоединиться, надо посмотреть. Давненько, кстати, не заходил. Нет новичков. Ну что, идем на задание. А, стоп. Снижает урон, получаемый при перекрестном огне. Полезная штука. Yeah. Ну что ж, начинаем зачищать локацию. Ну давай, в воде. Угу, противник, да. Угу. Угу. Снайперов, подключим позициям в городе. Угу. Ну что ж. Нет, стоп. Алисе лучше брать как-то по-другому. Марину попробуем сюда засунуть. Блин. Сделаем по-другому. Два хода. Да ой, так тогда это вообще изи операция. Исара, бокра на Брюлю о торимодосите мисерио. Дайнара чоутай, шицгек сюру! Сенжоа, яппари, ковай десне. Но... Как ожидалось, я... напуган. Сока. Вот как. Крайсу ни тоттева, хажимете но чиссен, да не? Должно быть, это тяжело. Это же твое первое сражение. Сэнжоа, ицу ни наттемо ковай моно да ё. Гяку ни соно ковасо ва васуре най ёу ни ште хоши. Крис, сражение — это всегда тяжело и страшно. И я думаю, что тебе стоит помнить об этом. Сэнсоу ни нареру то ю кото га атте ва икенай то. Боку а умо. Короче, неважно. Ай. Йоси. За два хода, да как нифиг делать? Элитный снайпер. Нифига себе, два хода! Серьезно, да? Вот тяжеловато, на самом деле.
10 выстрелов. На самом деле, по идее, ничего не должно быть, даже если он меня выстрелит. А, он там еще и стоя, да, идет. Танкас, что? Серьезно, где? Вот он, Ешоки Гочи. Ой, лол. Серьезно? Это жесть. あ、これ С него запчасти можно подполтать. Кстати, а сейф-то делал, не? Я, по-моему, сейф забыл сделать. Начали битвы. Склероз. Так, ну. Вообще, Марина, я верю в тебя. Ну, как и ожидалось, твоего лучшего снайпера. Конечно, можно танк в лицо сломать. Я думаю, что он будет уворачиваться. Что если он будет уворачиваться, то удалей. Thank you.
Я не для этого. Сейчас я Лансера призову. Вагата. Крайс. Кококарава, текино мамури мо кёк. Я опять ему камень. А, вот он. Господи, Алиска вообще какой-то зверь. За грузовиком стоит, блин. Очень неудобно. Не добегу просто в машину. А, машина не убивается, да? Рука-лицо. Двойной урон, да! Движок танку. Казалось намного легче, не думал. Так, мы там видим штурмовика. Тяжелая пушка. О, слушайте, а тут два именных! А-за-за, слушайте, тут два именных парниши. Это уже интересно. Опа. Так, ну допустим, я пробегу. Проблема немного в другом. А, там снайпер. Нет.
Смотрите, этот козел пригибается снова. Осталось посмотреть, сколько алийских ходов займет. 19. Что-то так-то жестко. А, ну так-то получше. Ты издеваешься, да, мной? Да, у меня есть в чем. А не знаю, я же мог потенциал пробудить. Что-то тупанул. Протупил. Я его прострелил. А вот нефиг. Как он меня видит, а я его не вижу. Давай, Тед, на тебя вся надежда. Уйдем красиво, еще забрав половину народу. Красивый захват. やっとブルールを取り戻したよ。
Ну да, Брюль вернули, просто вообще поизичу. Два хода, ты же сказал, что это... За один ход, блин! Из брощуги! Каким нафиг Макаром это сделать за один ход? Там чертов снайпер так-то! Не, ну значит нас рестартовать надо. Это фейл. Не, ну это бред. Ты думал, что-то слишком изи было. Исара, бокра на брюлю о торимодосите мисерио. Дай на чёртай, шцгек сру! Не, ну конечно, в теории можно это сделать за один ход. Просто такой раш дикий получается.
に鍵付けにされている。へい、私もやりました。これスカウト。Нет, а вы еще хотели? Проблема в том, что я даже сейчас могу не успеть. Конечно, я могу лицом разминировать. Ну, довольно неприятно получится. Попробуй лицом разминировать, что ли. Отлично, меня мина даже подтолкнула. Спасибо ей за это. Шикарнейшая мина. Блин, вот это фейл. Конечно, фейл. Ну, сейчас надо намолиться, чтобы эта зараза не уклонилась, значит, рестарт. Вот так-то надо проходить. Яйцеломательный раш. Конечно, разминировать мины, наступая на них, это жесть. Брюль-кара 完全に撤退したみたい.
ついにブルールの奪還に成功したんだな。でも今のブルールをイサラが見たらきっと悲しむよね。町のみんなもいなくなって親子風車も壊れちゃって。あれはメルキン？メルキン？どうしたの？ほら、これ行きそうだ。これ、もしかして。うん、僕とアリシアが初めてここで会ったとき、君が撒いた種だよ。あの時の種が芽を伸ばして花を咲かせたんだよ。アリシアが前に言ってたよね。僕たちは命を奪い合ってるだけじゃないって。新しい命だってこの時代に生まれているんだって。そうね、私たちが落ち込んでいたらイサラに怒られちゃうよね。戦争が終わってブルールに帰ってきたら風車と広場を元通りにしなきゃ。そうさ、それにマーサさんの赤ちゃんに生まれ故郷を見せてあげないとね。うん、ブルールの奪還は成功した。諸君、ご苦労だった。Освобождение Брюля прошло успешно. Прекрасная работа. Лейтенант Гюнтер, у вас есть что еще добавить? Да. Во время этой операции, скажем так, мы нашли новую цель, ради которой мы должны идти вперед. Йокаро. Хорошо. Фардио も休暇から戻ったようだな。休養することはできたか？ Похоже, Фалди вернулся. Скажи так, ты готов? Хай. Дайжобу десу. Да. Все в порядке. Сате, 現在のガリア戦線だが大きな情勢の変化が起こりつつある。Хорошо. Недавно мы получили донесение о, скажем так, не знаю, о значительных, не знаю, движениях вдоль линии фронта. 各地に分散していた帝国軍が徐々に戦力を一部に集結させているのだ。Силы империи, которые прежде были разбиты во всей стране, собираются, скажем так, вместе. その場所はガリア北東部の平原ナジアル。ガリア軍もナジアルへ戦力を集中させる方針だ。На севере, востоке Галлии есть Равнинагара. Именно там они собираются. Также наши войска были направлены туда. ということはナジアルで大規模な海戦となるのでしょうか。Так значит, мы планируем основное сражение у Нагиара. その可能性が高いな。Скорее всего, это так. Гариану умею сою сырмуну нардару. Ну что ж, в этой битве мы решим судьбу Галлии. Вага Гиюгунмо, кюсокуно ночи, джунбига тотоной сидай, наджиару эту иду сыру. Ну что ж, скажем так, отдохнув, мы направимся в Анагар. Какджи, кюсоку тотте оку йони. Ижо, кайсан! Также я хочу, чтобы вы набрали сил. На этом все свободны. Следующий бой, где Галия Сенсей на Юксуэга кимару камоширенайнда ёне. А, Наджиару Хэгэн нива Галия то Тэгоку но Ширёку бутай га шюкетсу шицуцу ару.
これまでとは比べ物にならないほどの大規模な戦闘になると思う。また大切なものが壊されて、たくさんの命が失われるのかな。失ったものは元には戻らない。自然もそうさ、常に変化し続けている。ブルールもイサラだって元には戻らないんだ。ウェルキン、でもアリシアが教えてくれたように、新しいものを育むことはできる。このナジアル海戦に勝利すれば、帝国軍をガリア北東部に追い詰めることができるだろう。そうすればこの戦争も終わりに近づくさ。戦争が終わったら忙しくなるぞ。風車塔を建て直して新しいブルールを作るんだ。うん、私も手伝うよ。なんだか不思議、ウェルキンと話しているといつも元気が出てくるんだよね。僕もアリシアが一緒だから頑張れるんだよ。うん、ありがとうウェルキン。私ウェルキンに出会えて本当に良かった。ねえウェルキン。なんだい。この戦いが終わったらあなたに伝えたいことがあるの。Новая битва. Как бы в битвах я, конечно, недостатка не испытываю. Ладно, потом посмотрим. А в чем прикол Что такое параллельно придумывать? В смысле параллельно придумывать перевод? О чем-то? Я не придумываю перевод. Если что. ブルールの奪還に成功した第七小隊はナジアル平原に集結する帝国軍に対抗するため故郷を離れることとなった。その頃ナジアル平原にはガリア帝国両軍の主力部隊が集結していた。ガリア戦線の命運を決める海戦が幕を開けようとしていた。将軍、先ほどから何度も述べているように作戦の変更を進言いたします。генерал, я все-таки настоятельно рекомендую вам сменить эту тактику. 帝国軍との兵力の差を考慮すると、ガリア全軍に総攻撃を命じるのは無謀です。Разница в наших силах слишком велика. Это просто безумие, скажем так, бросать все силы в одну атаку.防衛拠点を中心に兵力を集中させ、迎撃態勢を整える方が。Будет намного лучше, если мы, скажем так, будем просто защищаться. せっかく敵が一箇所に集まってくれたのだ。この機会を逃すわけにはいかん。В какой-то веке противник собрался в одном месте. Мы просто не можем упустить такой шанс. この戦いに勝利すれば、ガリアから帝国軍を撃退することができるのだぞ。К тому же, если мы победим в этой битве, то мы сможем раз и навсегда, скажем так, выдворить имперцев с Галлии. Однако, у нас просто не хватит людей, чтобы прорваться сквозь вражеские ряды. Если, скажем так, нам не хватает людей, тогда почему ты... Не взяла еще больше с собой. Вы правда собираетесь отправить на их на верную смерть? Если не атаковать сейчас, то когда?
В любом случае, мы победим в этой войне. Гарья-гун зенбу тай у кешчу ште соу-когеки да. Ташоу но хигай ва итуан. Скажем так, нам надо атаковать их всеми силами. И жертвы неизбежны, проще говоря. Слушайте, сейчас на Валькирию нарвемся, она же нас на все ребра пересчитает. Господи! Дамон! Ты сейчас пулю в лоб от меня получишь. Тут 12-летний и 63-й пенсионер. И головы... Где взять еще солдат? Ну да, где же взять еще солдат? Господи, у меня там отряд школьников, отряд пенсионеров, а еще нетрадиционной ориентации куча людей. Где же мне еще взять народ-то, а? Понятно. Тогда я сделаю все, что в моих силах. Извините, скажем так, за опоздание. Мы выдвигаемся? Нет, пока еще не было приказа. Я полагаю, мы получим приказ чуть позже. Понятно. Ну что ж, вы все уже готовы? Но все только ждут команды. Однако кажется, что противник просто превосходит на число. Да. Здесь собрались все их силы. Все силы Империи. Так что это будет тяжелая битва. Я пыталась успокоиться, но... Скажем так, видя, как они... Не знаю... Как они построились, это довольно тяжело сделать. Все, вы выслушайте меня. Я родилась в приюте, поэтому я выросла в приюте. У меня не было семьи. И я всю жизнь думала, что я буду одна. Но Велькин сказал мне. Но, скажем так, Велькин показал мне. Что я вовсе не одна. Теперь весь седьмой отряд. Это моя семья. То есть мы семья? И такая битва, она и вправду пугает. Я понимаю ваши чувства. Но, когда я думаю, что я рядом со своей семьей, это, скажем так, придает мне сил. Семья? Мои родители, скажем так, уже умерли. А никого кроме них у меня не было. Конечно, если бы у меня были братья, они были похожи на вас. Исарамо,
見守っててくれるよな。Седьмой отряд, семья. Может быть и так. Я уверен, что Исара сейчас смотрит на нас. Хорошо, давайте покажем им. Короче, понятно. Типа, пошли сокрушим. Да. А затем мы все вернемся назад. Короче, понятно. Да, мы пройдем эту битву и увидим, как Галия вновь станет свободной. А вот и Валькирия. Не самая приятная. Денка. Ваше Величество, похоже, что все отряды уже прибыли в Нагар. На этот раз мы, скажем так, победим их армию. И увидим, как Ваше Величество вступит в Рангриз. Хорошо. Селиберия, кисама ва ицумо ё ни чусетсу о цукуште ките курета. Селиберия, прежде ты еще ни разу меня не подводила. Ё га атте но кисама, кисама атте но ё да, тайори ни ште иру зо. Скажем так, я существую ради тебя, а ты ради меня. И поэтому я полностью тебе доверяю. Денка, аригато гозаимасу. Да. Ваше Величество, спасибо вам. Моногокоро цукану чикара. Лёшин то хики анасарете. Валькирия жин но джиккен сетсе то окурарета ваташи ва. Вообще, что-то там бред какой-то. Позумаси джинтай джиккен то. 人間以下の扱いをされ、兵器として実験材料にされていました。 А, ну, я так понимаю, от какого-то инцидента с валькириями, что ли? Короче, он ее подобрал после инцидента с валькириями. Какой-то там, видимо, инцидент, когда там черт знает что снесло, то ли. То ли это после войны великой, фиг пойми. そんな私を殿下は実験施設から引き取って面倒を見てくださりました。 Короче, понятно. Типа над ней экспериментировали, и он ее все-таки приютил. 私は殿下の元で初めて人間として生きる喜びを知ったのです。 Угу. И после этого, короче, он сделал, короче, начал обращаться не как с человеком. Господи, серьезно? Серьезно? Не понял. Что? Перед лицом смерти? Что это за бред? Что там происходило вообще? Короче, я ни черта не понимаю, что происходило. Серьезно? Девочка, ты спятила, что ли? Что это за бред? Ой, ёпперсоте, что вообще происходит? О, куда я попал? О, отлично.
Ты жаждешь смерти, так прокни себя мечом. Круто. Господи, а если бы не он тебе вручил их, ты бы кем стала? Слушайте, у нас тоже есть валькирия, так что отстань. Вот найдем пушки и те люлей дадим. Юке, Серуберио. Каназия Йони, Шорио Мотарасе. Господи, я с ней даже драться не хочу, хотя я сомневаюсь, что она выдержит танковую атаку со всех сторон. А было прикольно посмотреть на это. Честно говоря, я ни черта не понял. Похоже на полную бредятину. Какие войска? Какая нафиг смерть? Что вообще происходит? Откуда они вообще узнали то, что она... То, что она из расы Валькирии была? Чё за бред? Ничего не объяснили. Объяснить только то, что после войны она осталась одна, ее отправили в лабораторию, после того, как узнали, что она одна из расы Валькирии, короче, полный бред. Ладно, не важно. Так. А вот это мне нравится. То есть теперь надо драться с Валькирией. Я вообще убить можно? Я в приемный зал вошел. Ага, Сильвария сейчас будет меня гонять по полю боя. На самом деле история с Сильварием она какая-то... Она бредовая. Не объяснили, не... Как она стала Валькирией? Нет, как она стала Валькирией, объяснили. Но откуда они вообще знали, что она Валькирия? Вот это меня больше всего интересует пока. То есть ее же по каким-то критериям поместили в этот? Поместили же его в лабораторию для проведения экспериментов.
Какие-то критерии были. Но какие? Она так и не сказала. Вот интересная битва. Так у меня пулемет уже есть. Ну что ж, идем в режим книги. Ну что, готовимся. Кону татакай ва тейкокугун то но шурёк кессен то нару. Дева, саксен найо о дентац суру. Итак, в этот раз это крупное сражение против объединенных сил империи. Давайте, скажем так, я вам расскажу подробности. Господи. Угу. Чтобы избежать огня, пока не доберетесь до позиции. Угу. Наш цель захватить главный лагерь. 5 ходов. Угу. Интересно.
полномасштабное сражение, сражаются, короче. Да. Йо-йо, 決戦の始まりね. Итак, кажется, сражение началось. И кажется, лагерь противника выглядит очень защищенным. どうやって迎撃をかいくぐって敵陣に切り込むかが鍵になりそうだな. Чтобы проникнуть в лагерь и не попасть под огонь, скажем так, нам придется очень тяжело. Лейтенант Гюнтер, в окрестностях была, скажем так, обнаружена валькирия. Та самая из Бриоса. Ну что ж, из-за нее. Что вы сказали? Да, вполне возможно, что она может появиться здесь. Так что, в общем, будьте осторожны. Ух, ядрить! Полномасштабное сражение. 8 школьников против взвода ПТУшников и отделение фейерверков и пиротехники. О, господи. Серьезно? Это рестарт. У меня приказов нету. Док с Гатлингом!